Когда здоровый образ жизни и занятия фитнесом стали актуальными, появилась мода на фитнес-браслеты. Первый Bluetooth-напульсник для Android появился в 2011 году. И до сих пор этот гаджет активно развивается и радует своими новыми улучшенными версиями. Каждому из нас было бы интересно следить за своим здоровьем самостоятельно, отслеживая фазы сна, работу сердца и активность за целый день. В этом поможет Bluetooth-браслет для Android. Существует немало разновидностей умных напульсников, все они различны по своему дизайну и почти одинаковы по функциональности. Принцип работы мы рассмотрим на примере популярного браслета Jawbone UP24. Приобретая данный гаджет в комплекте, вы получите само устройство, переходник с 2.5 на USB, а также инструкцию. Требования к смартфону – это операционная система Android версии выше 4.3 и наличие беспроводной технологии Bluetooth. Для того, чтобы начать использование устройства, необходимо скачать и установить фирменное приложение. Через него вы будете производить настройки, просматривать потраченные калории, сохранять информацию о питании и тренировках. Приложение можно скачать в Google Play. После того, как вы скачали это приложение, необходимо завершить в нем регистрацию, а также ввести все необходимые данные, следуя инструкциям, которые вы будете видеть на экране. Девайс начнет свою работу. Следить за своим здоровьем оказывается очень просто и к тому же интересно. Еще один интересный гаджет, который будет полезен спортсменам, любителям фитнеса и не только, Bluetooth-шагомер для Android. А полезен он тем, что будет отслеживать количество пройденного вами пути, что позволит следить за потраченными калориями. Рассмотрим принцип работы на примере шагомера Xiaomi Mi Band. Устройство имеет вид обычного наручного браслета. Для некоторых минусом покажется отсутствие экрана, без которого нет возможности сразу просмотреть результаты активности, но их можно легко увидеть в мобильном телефоне. Для работы вам необходимо скачать и установить приложение MyFit. Для дальнейшей работы необходимо зарегистрироваться на сайте xiaomi.com. Для управления браслетом нам необходимо открыть приложение MyFit, которое мы должны скачать и установить на свое Android-устройство. В нем нужно указать пол, выбрать возраст, указать свой рост, и в принципе настройка браслета на этом окончена. После этого включить Bluetooth на смартфоне и произвести первичный поиск приложения. В конце дня можно просмотреть свои результаты.